анонимная развязанность, то есть люди ведут себя развязанно, потому что они знают, что они не будут нести ответственности за свои слова. И эта анонимная развязанность, она постепенно переходит в наш быт. Конституция гарантирует нам невмешательство в нашу личную жизнь. То, что сегодня делают анонимы, это нарушение Конституции. Именно с этим связан мой призыв к прокуратуре. С требованием пресечь анонимщиков в Генеральную прокуратуру обратилась Ассоциация работников СМИ Абхазии. В обращении Арсмира к генеральному прокурору отмечается: авторы постов и публикаций – анонимные пользователи. Используя оскорбления и нецензурную брань, фальсифицируют информацию, фабрикуют фотоматериалы, нанося тем самым оскорбления гражданам нашей страны. Последние выпады анонимных пользователей соцсетей, травля журналистов, известной художницы, членов правительства, главы государства выходят за рамки допустимого в правовом обществе, где закон стоит на страже прав человека.